Добрый день, дорогие друзья. Маргоша идет нас поприветствовать, а Лопушкин что-то лежит, пригрелся на солнышке. Лопушкин, как это ты не на своем посту? Просто удивительно. Ну ладно, тогда мы угощаем Маргошу. Во-во, пришел. Сейчас оттеснит Маргошу. Он какой высоченный стал. Уже с маму почти ростом. Так, мама решила его оттолкнуть, но не тут-то было. На, дружок. Лопушкин, обратите внимание, друзья, он с ноги на ногу так перекатывается. Оказывается, лошади, верблюды, они очень даже любят кататься. В одном зоопарке даже сделали специальные такие качалочки, на которые лошади становятся и так вот качаются буквально часами. О, ты решила мою сумочку проверить. Красотка. Так, ну что, Лопушкину требуется. Лопушкин, как Станиславский, не поверил. Еще давай, говорит. Так, а Мишка тут слюной захлебывается. Сейчас, дружок, сейчас. Подожди. Вот уж. Все-таки они привыкли к посетителям. Когда много посетителей, все угощают их, и они очень довольны. Сейчас немножко, конечно, им без посетителей скучновато. Все-таки они привыкли к общению. К общению, угощениям, контакту такому взаимоприятному. Что ж, друзья, всем большой привет от Лопушкина и Маргоши.